Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам представляю картину, которую буду я восстанавливать. Со мной произошла такая история, что я на блошином рынке нашел вот такую вот интересную картину, но она была вся подранная, и мне ее стало жалко. И я решил ее восстановить. Когда я ее привез домой, стал идентифицировать, и картина оказалась известного художника, зовут его Артур Дель Тур. Годы жизни его 1909-1989 год. И картина называется «Весенняя ночь». Прежде чем реставрировать вот такие вот картины, восстанавливать эти картины, нужно проанализировать, что сделать. Поэтому, друзья, если кому интересен вот этот процесс реставрации картины, то я выпускаю, будет, как подозреваю, 2-3 серии, а то или 4. Поэтому следите за моими выпусками. Ну и давайте сейчас я возьму, положу картину на стол и будем с вами, я вам покажу, что я анализирую, как я, прежде чем приступить к реставрации, на что нужно смотреть, на что нужно обращать внимание. Положил я эту картину на стол. Между прочим, рамка очень внушительная. Ширина 63, высота 83 сантиметра. Очень большая. И с ней будет тоже возня. Ну ладно, давайте все поэтапно. Итак, как я уже говорил, это картина французского художника Артур Дель Тур. Называется «Весенняя ночь». И вот что мы имеем. Мы имеем, подпись его сохранилась. Это хорошо. Структура картины. Смотрите, какие крупные мазки. Очень интересный стиль писания картины. Видите, какая она такая вся рельефная, но убитая. И что меня в первую очередь пугает в этой картине, это вот такие вот разрывы. И вот, представляете, вот тут вот краска отходит, все тут. Все тут печально, но ничего, мы это все поправим, мы ее вылечим. Что в первую очередь нужно сделать с этой картиной? В первую очередь мы ее разберем на запчасти. То есть сама рамка, это снимаем сначала картину. И разбираем тоже рамку, потому что, видите, есть паспорту. То есть мы отделяем рамку от паспорту и, естественно, снимаем саму картину. Для чего? Для того, чтобы ее заклеить. Клеить я буду обязательно целым куском, потому что мелкими кусками здесь это все клеить, это ужасно. Придется клеить эту широкую картину большим куском. Это отдельная история и требует определенных усилий. Но это я все покажу, кому будет интересно вообще, как клеить картины. Это будет как раз таки очень на руку, потому что увидите практически, как я это делаю. Итак, надо будет разобрать картину, почистить паспорту, потому что, видите, паспорту – это ткань. Ее надо будет тоже как-то почистить. Видите, название картины «Весенняя ночь» мы, тут она на шурупчиках, мы это все открутим, почистим. И рамку я перекрашу, потому что вот такие уже рамки, они как бы не модные, как бы это все уже не очень. А я ей сделаю повеселее. А сделаю я цвет рамки. Хочу, вернее, сделать. Но это еще буду, кстати, обсуждать в нашей группе, которая называется «Антиквариат и винтаж из Испании». Каким цветом будем красить
рамку. Я думаю, вот что-то типа вот в этой палитре. И будет тогда интересненько. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам рассказать и показать. А, нет, не все, друзья. А теперь надо нам еще посмотреть внутреннюю часть. А в внутренней части кое-что есть интересное. Давайте рассмотрим внутреннюю часть картины. И там есть некоторые хорошие моменты, которые меня порадовали. И как бы и заинтересовали. Итак, как вы видите, холст старый. Довольно-таки. Но что меня смущает в этом холсте, он немножко уже такой вроде как бы держится, но не очень-то он такой крепкий. Поэтому все-таки надо будет усиливать на ткани. Что я нашел? Вот посмотрите внимательно. Вот эту вот печать. И нашел наверху еще вот эту вот печать с размерами. Размер, кстати, самой картины, вот тут четко указано, 61 на 46. А знаете, вот эта вот печать очень знаменитая во Франции. Это, можем сказать, гордость Франции. Почему? Потому что это печать фирмы Le Franc Bourgeois, которая была основана в 1720 году. И она выпускает краски, продает холсты. И она очень знаменита кругах художников. Но это уже как бы раритет. Ну и рамочка, подрамник, посмотрите, какой старенький. Видите, как это все. Я его тоже посмотрю. Ну, дабы сохранить старину, уже даже ничего делать не буду. Ну, посмотрим. Видите, еще на гвоздях бахалось все. Так как еще картину надо вот смотреть, знаете как, очень не обращайте внимания вот на такую вещь. Видите, где вот, сейчас покажу, вот, смотрите. Натягивали холст, а натягивали вот такими гвоздиками. Это о чем говорит? Что эта картина старенькая, еще степлеров не было. Вот. Кстати, я буду натягивать эти гвоздики аккуратно. Вытяну и потом опять же этими гвоздиками все натяну. Но это в моем, как бы, в моих проектах. Итак, друзья, кому будет интересен вот этот вот процесс реставрации, который я затеял этой картины, оставайтесь со мной, приходите на мой канал и следите за моим каналом. Думаю, будет интересно. Всем всего хорошего.